Всем привет! Сегодня мы с вами разберем песню, которая называется Balenciaga. Я ее сыграю сначала фингерстайлом, затем покажу, как играть эту композицию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ребят, приступим к разбору. Для того, чтобы сыграть эту песню, нужно каподастр поставить на третий лад. Ставим на третий лад каподастр и перестраиваем шестую струну. Шестую струну перестраиваем в звук ми бемоль. Для этого необходимо зажать на третьем ладу, ну, учитывая, что каподастр на третьем ладу у нас, значит, третий лад у нас будет как бы вот, ну, по сути, как бы шестой лад по факту, но с каподастром это третий лад. Мы зажимаем вот этот звук. И нужно будет опустить шестую струну, чтобы получился у нас вот такой звук. Я опускаю шестую струну. Ну, что-то похожее, вот. Надо чуть повыше. Но здесь, конечно, нужно обладать музыкальным слухом. Есть люди с великолепным отсутствием музыкального слуха. Есть вот люди с хорошим слухом, да? Если тяжело настроить, то вам в помощь тюнер. Я думаю, вы сможете найти этот звук ми бемоль, е бемоль. Вот, ну, по сути, вот, нужно будет зажать вот здесь и шестую струну опустить до этого уровня. Давайте рассмотрим в медленном темпе, как она играется. Дальше мы играем то же самое, но добавляем еще щелчок. Ребят, дальше достаточно сложное место. Ищем восьмой лад. Ну, учитывая, что у нас каподастр на третьем ладу, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Зажимаем второй палец. Здесь зажимаем на одиннадцатом мизинец. И играется это все так. Дальше я покажу, как играть аккордами. Табулатуру я не писал, потому что я даже не знаю, как я там сыграл. Я сыграл чисто на слух. Так, значит, аккордами зажимаем на четвертом ладу третий палец. Играем открытое, первое, второе, третье. Дергаем вместе, значит, вот так вот, да? С басом, зажатым на четвертом ладу, на шестой струне. Играем. Четыре звука. Щелчок. Второй палец ставим на третий лад. Потом первый палец на второй лад. Щелчок. Далее. И у нас получается вот так. Движемся дальше. Все то же самое зажато. Зажимается, остается у нас третий палец на четвертом ладу. Первый зажимаем на втором ладу и дергаем четыре струны вместе. Первая, вторая, третья, шестая. Щелчок. Бас. Дальше идет то же самое. И вот здесь. Делаем слайд на седьмой и дергаем потом третью. И обратно на третий лад. Ну, здесь можно либо так сыграть. Щелчок и открытый первый. Либо сыграть вот такую фишку. Далее мы играем то же самое, но с шестой открытой. На
дворе у нас 2:30, мне по-прежнему не спится. Обязательно пишите в комментариях, на какие современные песни вы хотели бы видеть разборы. Если будет больше 3 заявок, я обязательно сделаю разбор, выложу табулатуры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока-пока.